Приветствую! В этом видео Татьяна Волосожар запретила другим участникам исполнять особенный элемент на шоу «Ледниковый период» и какие еще интриги происходят за кулисами шоу. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Татьяна Волосожар, олимпийская чемпионка в парном катании, вместе с Максимом Тараньковым рассказала об интригах на проекте «Ледниковый период». Казалось бы, это шоу, но некоторые участники соперничают за место под солнцем, как будто это Олимпийские игры. Ранее Евгения Медведева неоднократно заявляла, что у них здесь настоящий турнир. Теперь о соперничестве заговорил другой дуэт. В этом году Татьяна Волосожар катается в паре с Федором Федотовым. Дуэт явно входит в число лидеров шоу. Они однозначно претенденты на место в тройке призеров. Видно, как Татьяна и Федор настроены по-боевому, особенно Волосожар. В одном из интервью она рассказала о том, что их фирменную с Максимом Тараньковым поддержку планировал взять себе на вооружение другой дуэт. Но, цитата, «у нас с Федором Федотовым есть своя поддержка, которую пришлось отстаивать, поскольку ее хотела исполнить другая пара. Но я сказала, что это поддержка Волосожар и Транькова. Поэтому, если кто-то и будет исполнять ее на ледниковом периоде, то это пара Волосожар и Федотов. Так что такие закулисные интриги у нас тоже уже присутствуют. Чувствуется соперничество». Кроме этого, Татьяна Волосожар заявила, что они с Федором в новом выпуске планируют совершить революцию. Их постановка под песню «Бэггин» в исполнении победителей песенного конкурса Евровидения 2021 итальянской группы «Måneskin». Они изобразили двух заключенных, которые пытаются совершить побег из тюрьмы. Особенность номера в том, что их ноги скованы одной цепью. Такого на проекте еще никто никогда не делал. Как пошутила Татьяна Волосожар, это, похоже, единственный способ снизить их скорость и позволить хоть чуть-чуть другим парам к ним приблизиться. Кроме этого, олимпийская чемпионка также анонсировала элемент, который еще никто никогда не делал на шоу. Это двойная подкрутка в исполнении непрофессионального участника-мужчины. Сейчас в дуэте идет активная работа над этим. Желаем удачи всем участникам!